Отдыхать отдыхай, но о своей безопасности не забывай. Наоборот, лето как раз тот период времени, когда детям нужно строго придерживаться установленных правил поведения в повседневной, более свободной от внимания родителей и учителей жизни. Для этого и собирают школьников в Центре детского и юношеского творчества на встречу с преподавателями различных служб. Полиции, отдела надзорной деятельности, городского управления по делам ГО и ЧС. Этот лекторий «Формула безопасности» как раз помогает еще раз обратить внимание на то, что эти вопросы очень актуальны в наше время, и чтобы дети еще раз задумались о том, о тех опасностях, которых подстерегают на водоемах, в лесах, в городе, и не совершали различных, например, правонарушений, не попадали в поле зрения полиции, чтобы лето у нас прошло безопасно и спокойно. На очередной встрече ребятам представитель подразделения по делам несовершеннолетних городской полиции Павел Еремкин еще раз напомнил об их ответственности за свои поступки, которые могут войти в противоречие с законом. Его можно нарушить, даже выйдя просто одному на улицу в ночное время. Не стоит идти отдыхать на водоем, если не умеешь плавать. Таково было очередное предостережение. Отдыхать у воды под контролем взрослых, своих родителей, старших братьев и сестер. Одним категорически отдыхать запрещено. Также на встрече со школьниками речь шла и о противопожарной безопасности. Лекторий «Формулы безопасности» продолжит свою работу до конца июля.